От трех субъектов естественных монополий в ответственное ведомство поступило 5 заявок по инвестиционной программе в части повышения заработной платы работников. К примеру, средняя зарплата сотрудников ТО «Энергосистема» в 2022 году составляла 154 тысячи тенге. Спустя год она была увеличена до 251 тысячи. Таким образом, по сравнению с прошлым годом, рост составил около 63%. На 2023 год сумма инвестиционной программы с 1 июля 2023 года была увеличена на 955 миллионов тенге. И в целом на 2023 год сумма инвестиций составила 1,6 миллиардов тенге. Также инвестиционная программа на 2024 год с учетом увеличения на сумму 4,6 миллиардов тенге в целом составила 5,5 миллиардов тенге. Таким образом, в общей сложности на период действия тарифа сумма инвестиционной программы была увеличена на 12,4 миллиарда тенге и составила 17 миллиардов тенге на период 2021-2025 годы, учитывая, что тариф инвестиционной программы утверждена на данные периоды.